Доброе утро. У меня сегодня выходной. Сегодня суббота. Сегодня на кухне. Мама, что ты делаешь, мама? Пирожки будут делать. Мама пирожки делает. Каринка будет нам блинчики жарить. Вчера Каринка грибы купила. А что ты с этими грибами будешь делать, зай? Шапочками. Иду, иду. Я сегодня выходная. Выходной у меня как бы не так. С утра, кто помнит, у нас по традиции блинчики. Вообще-то мы должны вставать от запаха блинчиков. Не могу никак телефон установить. А утром встали, молока нет. И злая мачеха по имени Карина послала меня в магазин. Сыр вчера девчоночки подчистили. Надо сыр купить на грибы, на шляпки и на блинчики молоко. Сажусь. У меня хлястики от шубы остаются на улице постоянно. Сажусь, думаю, надо не забыть хлястики собрать. Так что, поехали? Поехали. У нас сколько градусов? Плюс 2 градуса. Ой, забыла маме сказать, что пирожки делала не жарила, не на сковороде, а в духовке. Людмила у нас, когда пирожки на сковороде, не кушает. Для нее это очень жирно. Я специально силиконовый коврик заказала. Последний раз сделала половину на сковородке, половину в духовке. В духовке в первую очередь ушли, с духовки. Так, а сейчас что? А, партроники. Нужно машину, наверное, поехать убить. Просто не поможешь слякать. Только с мойки выезжаешь, и машина уже грязная. Которые повзрослее, девушки говорят, тоже бессонница. У всех бессонница. С чем это связано? Кто знает. Так, ладненько, я в магазин. Почему грибы на простой? Сейчас я их помою. И это, такие большие. Знаешь, я хочу куриный фарш это начинять ножками и... Очень вкусно яичницу с утра делать с грибами. На сухой сковородке слайсами тоненько сделать и яйцами. Оставь тебе 2 гриба. Оставь мне, я завтра позавтрак. Все, ты готова? Да. А знаете, что мукой моют эти грибы? Чтобы они абсорбируют. Чтобы что они делают? Ну, они губ трубчатые и влагу сильно собирают. Я так вообще, я их не мою. Сейчас скажу, как я чищу. Okay. Я срезаю шляпку и чищу. Я быстро под проточной водой помою. Я вот 3-4. А Людмилка, что там? Делаешь? Пирожки с капустой, может, сладкие-то с капустой. Печеная, я жарить не буду, я все в духовке. Да. Да. Давай сюда, дочь, яйца, куда ты? Тебе разбить? Ну, разбей еще. Семейное предприятие. Ну,
Семейный подряд. Семейный подряд. Сегодня это... Два грибочка мне оставишь? Все не полезно. А оставь, я и тебе сделаю. Завтра позавтракаем. Я вкусно приготовлю. Завтра на три оставлю грибочка. Хорошо, завтра завтрак с меня. Сегодня Каринка нам это завтрак делает. Завтра, завтра хоть и воскресенье, но я приготовлю. Все, едем, Варёк? Мама все на глаз делает, пирожки выпекает, все на глаз. У меня строго по весам, все через весы. Это потому, что у нас нет такого опыта, как у бабушки. Сыпь. Особенно у меня. Ну, мама же все. Действительно, она же не пекла, она же менеджер. Мука это просеяна. Это, вот подумай, что не просеяна уже муку. А ты просеяла сразу? Да, просеяла. Вот это правильно, да, это кружкой пока насеешь. Тяжело, это время есть, просеял этот пакет. Я тут скажу. Сказала, смотри, чтоб молоко не убежало. Убежало, да? Конечно. Стоит, смотрит. Давай еще сыпь. Вот если бы я не сыпала, а занималась своими делами. У мама же у меня в прошлом начальница, и кто рядом... Тот подсобный рабочий. Тот подсобный рабочий. Ну, конечно. И девочкам рассказывала, как так на Рождество. Брат же жарит шашлык, сестра там салат, а я как это... Тому это принеси, дай, подай. Это подай. Ну, у каждого своя работа. Алитку пока жду. У нас погода осенняя. Пасмурно, сыро. Джинсы взять и купили. Мы с Лолиточкой гуляем. По Бродвее. Поздоровайся. Всем привет. Витрины магазинов поснимаю. Здесь, как у нас дома, елку снимать категорически отказываются. Мы ее поздно в этом году поставили и хотя бы до 25-го поддержим елочку. Ну, бабушка говорит, уже раздевать елку. Сумка винтажная.
старые дворики я обожаю. Прям в центре Пятигорска такие дворики еще старые есть. Пятигорск еще не раздевается. У нас еще Новый год. Что, все бывает. Уж бы руки выносила. Гуляли тут хозяйки наши. Молодцы, сегодня вам 5 с мамой. Чудо-женщина. И блинчики с мясом. Это с одной стороны сладкие, да, пирожки? Эти сладкие, а это с капустой. Сегодня с Каринкой романтический ужин на двоих. Белое вино, грибы. Давай нам 2 тарелочки. С нами никто не согласился. Мы не настаивали. Да, мы не настаивали. Ну как пахнет. А салфетки там снизу уже. А белые где? А белые закончились. Не могут. Закончились. Там вот то, что Рома большую потом. Да, закончились. Надо попросить, чтобы... Все, нам приятного аппетита. За здоровье, да? Размера доведу. Тут так вкусно. Такое впечатление, что шашлык. Тут добавлен еще, кроме сыра, добавлен куриный фарш. Объедение прям. Тут зелень и фарш. И все, да, Тай? Зелень, фарш, сыр там. И внутри... Ну, сыр сверху. Нет, я и внутрь положила еще и сметану. Перца маловато. Но перец можно сверху добавить. Шикарно. Вкусно. Давай. Вот твои золотые руки. Чиновка не идет, кушать дети не идут. Никто не идет, никто не заходил. Дети в городе. Всем нам приятного аппетита. С вами будем прощаться до завтра.